Алексей, здравствуйте. Вот вы автор этих всех изделий. А расскажите немножко о себе. Именно как делается? Ну, немножко о себе и как делается. А, в коляску я сел 6 лет назад. Ну, давайте больше про творчество. И когда еще работал, начал заниматься плетением из бумаги. Оно делается вот на данный момент, что тут есть, а так под заказ те же самые корзинки, потом хлебницы, это уже кто что скажет. Вот это из чего сделано? А это идет бумага, скрученная, обработанная, окрасится, потом обрабатывается, само изделие обрабатывается грунтом и наверх покрывается лаком. Спасибо вам большое.